Богат и важен казак Чуб, но ленив он и нелегок на подъем. Оксана, дочь Чуба, про нее на селе говорили, что она капризна, как красавица. Кузнец Вагула, силач и детина хоть куда. Солоха, мать Вакулы. Ох, добрая баба, говорили про нее степенные казаки. Дьяк Осип Никифорович. Он хоть и не степенный казак, но и он тоже не избежал чар несравненной Солохи. Кум Панас. Ему решительно все равно, сидеть ли дома или тащиться из дому. Кумова жена. Это такого рода сокровища, каких немало на белом свете. Куда идешь, ткать шапуваломка? А так, иду, куда ноги идут! Пузатый подсюк. Не прошло и нескольких дней после прибытия его на село, как все уже узнали, что он знахарь. А Дарка, подруга Оксаны. Голова. О, это важное лицо на селе. Самый обыкновенный черт. Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя ясная ночь наступила. Кузнец Вакула был противнее проповеди отца Кондрата. В досужие отдел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околотке. Но торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на церковной стене. С той поры черт поклялся мстить кузнецу. Thank you.
еще не был у дьяка в новой хате. Там теперь будет добрая попойка, как бы нам только не опоздать. О. У дьяка соберется славная компания. Пан Голова, пан Писарь, козак Свербегус, заезжий певчий из Полтавы, знаменито берущий басом, ну и прочие достойные лица. Чтобы выместить на кузнеце свою злобу, черт решил украсть месяц, в той надежде, что старый чуб вряд ли в такую темноту выйдет из хаты. А кузнец, который был издавна не в ладах с чубом, при нем ни за что не отважится зайти к дочке его Оксане. Дьявол, смотри, смотри по нас. Что? Как что? Месяца нет. Что за пропасть? В самом деле нет месяца. То-то, что нет. Тебе, небось, и нужды нет. А что мне делать? Так нет же кум месяца. Нет? Чудно право. Ну, дай понюхать табаку. Славный у тебя табак, кум, и где ты его берешь? Ой, черт славный, старая курица не чихнет. Я помню, покойный шинкар Зозуля, раз привез мне табаку из Нежину, ай, табак был. Добрый табак был. Так что же, кум, как нам быть? Ведь темно на дворе. Так, пожалуй, останемся дома. Нет, нет, пойдем. Нельзя, кум, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Кумы, кумы, пойдем, кум. Мешаться. Право, как будто насмерть.
нарочно сидевший в хаті, глядів в окно. Ночь, чудо! Чудо! Ага, світло! А снег блещет при месяце. Все было видно, как днем. Не успел выйти за дверь, и вот под глаз выколи. Расставлять, будто бы я хороша. Лгут люди. И совсем я не хороша. Ну разве брови очи мои? Ты разве не так хороша, что равных им нет и на свете? Ну что же тут хорошего? В этом вздернутом кверху носе и в губах. И в щеках. Нет. Нет. Я вижу теперь, что я совсем нехорошо. Пришел. Разве хочешь, чтобы выгнал за дверь лопатою? Я знаю вас. Вы все мастера подъезжать к нам. Миг пронюхайте, когда отцов нет дома. Не любишь ты меня. Что ты? Ну что, сундук мой готов?
Будет готов, мое серденько. После праздника будет готов. А как будет расписан, хоть весь околодок выходи своими беленькими ножками, не найдешь такого. Не сердись же на меня. Позволь хоть поговорить, хоть поглядеть на тебя. Кто же тебе запрещает? Говори. И гляди. Позволь мне посидеть возле... Что-что? Постоять возле тебя. Постой. Ой, однако и девчата не приходят. Давно пора колядовать. Мне становится скучно. Бог с ними, моя красавица. О, как бы не так. С ними верно придут и парубки. Воображаю, каких наговорят смешных историй. Так значит, тебе весело с ними? Да уж, конечно, веселее, чем с тобой. Кто ты такой? Это не моя хата. И зачем таскаешься под дверями? Это я, добрый человек! Пришел вам на забаву поколядовать немножко! Колят, колят, колядится, добрый ответ! Убирайся вон со своими колядками! А я буду колядовать! А без меня не такая! Дай мне, дядька, меня такая! Пошел прочь! Смотри, какая тетя! Ишь ты, как расхорохорился! Ты думаешь, что я на тебя сюда не найду? Ты у меня еще напляшешься! Да не посмотрю, что ты кузнец и маляр! Чтоб черт поколотил и тебя, и твою кузницу! Однако ж, акулы теперь нет дома. Залоха, думаю, сидит одна. Пойти бы. Время теперь такое, что нас никто не застанет. Бывало, и мы с тобой. Лапенький.
Черевички. Какие хорошие. И золотом. Не туши, моя ненаглядная Оксана. Я тебе достану такие черевички, какие редкая паночка носит. Ты? Посмотрю, где ты достанешь черевички, которые могла бы я надеть на свою ногу. Ну, разве принесешь те самые, которые носит царица? Видишь, чего захотела? Да. Будьте вы все свидетельницами. Если кузнец Вакула достанет те самые черевички, которые носит царица, то вот мое слово. Выйду за него замуж. Достанешь, кузнец, царицыны черевички? Выйду за тебя замуж! Вечер добрый. Чудная, душолюбезная Солоха, дашь мне тебе в чертог твой. Дьяк, спрячь меня куда-нибудь. Благоденственную мирного жития на многие лета. Спасибо, Осип Никифорович. Не ожидали. Ну что вы, что, Осип Никифорович? Ко мне вместе имела собраться компания. Пан Голова, Чуб, Козак с Вербогуском и прочие достойные лица. Но стихия воспрепятствовала тому. И я полагаю, что сие произошло к лучшему. Коптит.
Господи, помилуй меня, грешник. А? Осип Никифорович. Что это у вас? Великолепная солоха. Как что, Осип Никифорович? Рука. Рука? А что это у вас? Восхитительная солоха. Вы-то не знаете, Осип Никифорович. Шея. Шея. Она шея маниста. Манист. Стороннее лицо! Мать Пресвятая Царица Небесная! Осип Никифорович, что, если здесь застанут особо моего духовного звания? Дойдет до отца Кондрата! Ради Господа Бога! Добродетельная солоха! Ваша доброта! Как сказано в Писании Луки, глава 3, 13, Господи, помилуй меня! Стучаться! Я не могу стучаться! Спрячьте меня куда-нибудь! Солоха! Божественная, скорее! Скорее, солоха! Давай скорее! Господи! Ну! Верзаюсь во тьму кромешную. Вечер добрый, солоха. Кормилич, прошу. Ты, может быть, не ожидала меня, а? Что? Может, я помешал, а? А может, вы тут забавляли с кем-нибудь, а? Что? Ты, может быть, уже спрятала кого-нибудь, а? Что? О, ну, солоха, теперь самое время и горилки выпить. Ну, не послал же Бог такую ночь перед Рождеством, как схватила тьмюга, снегрепки, ты в глаза, и в рот, и в уши. Кто это? Мама, отвори! Отвори! Так это же сын твой, Вакула! Боже, сохрани, чтобы я пожелал посвящаться с этим выродком! Корни, Корнеич! Корни, Корнеич! Его лихорадка побила, чтоб ему набежало дьявольскому сыну под каждым глазом по пузырю скопну величаю, чтоб у него горе свиное кон застряло! Корни, Корнеич! Солоха, слышишь, Солоха, девай меня куда хочешь! Куда? Не хочу! Не хочу видеть этого выродка проклятого! Корни, чтоб ему собаки бешены света Божьего не взвидеть! Завтра праздник, а в хате до сих пор лежит всякая дрянь. За пиво клуплено, за три копи куплено. Тупу тупу ногами, сполю тебе рогами. Хвостиком за мету, ніжками затопчу. Тут тобі смерть. Thank you.
Оксана! Прощай. Ищи себе другого жениха. Дурачь, кого хочешь, а меня на этом свете больше не увидишь. Прощайте, не поминайте лихом! Пропащая душа! Пойти рассказать, как кузнец повесился! Бабоньки! Бабоньки! Кузнец-то повесился! Как твоей милости, Патюк? Ты, говорят, не во гнев будь сказано. Я веду об этом речь не для того, чтобы нанести тебе какую обиду. Приходишься немного сродни черту. Пропадать приходится мне грешному. Ничто не помогает на свете. Что будет, то будет. Приходится просить помощи у самого черта. Ну что ж, Патюк, как мне быть? Когда нужно черта, то и ступай к черту. Для того-то я и пришел к тебе, что кроме тебя, думаю, никто на свете не знает к нему дороги. Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами. Оп! Это я, твой друг.
Денег дам сколько хочешь. Оксана будет сегодня же наша. Оксана? Изволь. За такую цену готов быть твоим. Ну, Вакула, ты знаешь, что без контракта ничего не делают. А я готов. У вас, я слышал, расписывается кровью. Постой, я достану в кармане гвоздь. Веди меня сейчас же на себе. Куда? В Петербург, прямо к царице. В Санкт-Петербург? Да. Поехали! Прямо ли ехать к царице? Страшновато. Эй, сатана! А ну, полезай ко мне в карман! Доведи меня к запорожцам. Ух. О, проклятая шинкарка. Чтоб тебе, черт, космы поудерло. Thank you.
всегда мне с пьяных глаз черти что покажется. Мешок как мешок. Кто же бросил его здесь на дороге? О, должно быть, тут и свинина есть. О, полезло кому-то счастье наколедовать столько всякой всячины. Утащить скорее, пока кто не увидал. Сам пью, сам гуляю, сам стелюсь, а сам лягаю. Панос! Панос! Иди сюда! Сам пью, сам гуляю, сам стелюсь, а сам лягаю. Сам пью, сам гуляю. Куда идешь? А так, иду, куда ноги идут. Сам пью, сам гуляю. Помоги, человек добрый, мешок снесть. Мешок? Добром поделимся пополам. А с чем мешок? Думаю, всего есть. Пошли. Пошли. Топу-топу ногами, сколотыми рогами. Куда ж мы ее понесем? В шинок? Ну, я бы так думал, что вы в шинок. Но ведь проклятая шинкарка не поверит. Еще подумает, что где-нибудь украли. Все может быть. К тому же я только что из шинка. Отнесем его в мою хату. А Жинка? Жинки нет дома. Нам никто не помешает. Пошли. Жинки нет дома. Слава богу, я не совсем еще без ума. Черт ли бы принес меня туда, где она. Она, думаю, с бабами протаскается до света. Кто там? Тебе на. Это хорошо. Это хорошо, что наколедовали столько. Тебе какое дело? Это мы наколедовали, а не ты. Покажите мне сей же час мешок ваш, негодный пьяниц. Ой, сейчас тебе покажет, а не мы. Сгинь, сатанинское отродье. Я вам покажу сатанинское отродье. Ну, погодите, негодники. Чёртова баба! Да тут лежит целый кабан. Кабан! Целый кабан! Пошла прочь! Пошла, это наш кабан! Ой, это не твое добро! Что же она дура говорит, это кабан? Это не кабан!
хоть что хочешь говори, хоть тресни, а не обошлось без нечистой силы. Свет. Ты это же кум! А ты ж думал, кто, а? Что, славную я над вами выкинул штуку, а? А вы, небось, хотели меня съесть вместо свинины, а? Постойте же, я вас порадую, в мешке лежит еще что-то. Кум! Ага, если не кабан, то, наверное, поросенок или иная живность. А вот и другой еще. Черт знает, как стол на свете. Ни колбасы, ни поляниц, а людей кидает мешки. Цел и невредим. Это дьяк. Дьяк – особа духовного звания. Вот и на. Ай да Солоха! Прежде слышали мы, что приказано везде строить крепости против нас. Потом слышали, что хотят поворотить нас в карабинеры. Теперь слышим новые напасти. Чем прогневили мы матушку-государыню? Разве держали мы руку поганого татарина? Разве соглашались в чем-либо с турчином? Разве изменяли государыне делом или помышлением? Нет. Чем виновата запорожская войска? Здравствуйте, панове, помогай вам Бог. Что за человек? А вы не познали? Нет. Да это ж я, Вакула, кузнец. Кузнец. Когда прошлой осенью проезжали через Диканьку, то прогостили у нас, дай Боже, вам всякого здоровья, долголетия, без малого 2 дня. О, и новую шину поставил тогда на переднее колесо вашей кибитки. Ну-ка. О, да это тот самый кузнец, что малюет, важно. Здорово, земляк, здорово. После потолкуем с тобой, сейчас не досуг. Едем к царице. К царице? К царице. Панове, возьмите меня с собой. Тебя? А что ты там будешь делать? Да я хотел... Мы, брат, будем с царицею толковать про свое. Возьмите, панове. Возьмем его в самом деле, братцы. Пожалуй, возьмем. Надевай же платье такое, как и мы. Сели вы здесь? Тащи, батю! Не забудете говорить так, как я вас учил? Нет, батю, не позабудем. Угу. Это царь. Куда тебе царь? Это сам Потемкин. Музыка.
Не встанем, мамо! Умрем, а не встанем! Светлейший! Сегодня обещал меня познакомить с моим народом, которого я до сих пор не видала. Хорошо ли вас здесь содержат? Да спасибо, мама, провиант дают хороший. Хотя бараны здешние совсем не те, что у нас на Запорожье. Почему же не жить как-нибудь? Так чего же вы хотите? Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать. Оставьте его. Ну? Из чего не во гнев будь сказано в вашей царской милости? Сделаны черевички, что на ногах ваших. Что, если б моя жинка надела такие черевички? Право, мне очень нравится это простодушие. Какой мешок? Большой. А где же вы взяли этот мешок? Кузнец Вакула бросил его посреди дороги. Кузнец Вакула? Угу. Чего же вы испугались? Страшно. Очень страшно. Там кто-то кряхтит. Кто кряхтит? Не знаем. Посмотрим. Посмотрим. А ну-ка, человече, прошу не прогневиться, что не называем по имени отчеству. Вылезай из мешка! Голова! Должно быть, на дворе холодно. А морозец есть. А позволь спросить тебя, а чем ты смазываешь сапоги свои? А? Смальцем или дегтем? Дегтем лучше. Прошивайте. Прошивайте. И для чего, спросил я с дуру,
чем он мажет собаки. Вот тебе и солоха. Зачем была с Бакулой неласкова, неприветлива? А он так любил меня. Нет на свете такого пригожего парубка, как Бакула, любимый мой. Стой, приятель! Я еще не успел поблагодарить тебя! Кузнец утонул. Да. Боже ж ты мой, а какой важный живописец был. Да, вот тебе и кузнец. Был, а теперь и нет. А я собирался было подковать свою рябую кобылу. Да. Рождество, кроме Христе Божьего,
За упокой души новоприставленного раба Божьего Вакулы. Новоприставленный. Чур меня. Чур меня. Не гневись, батько. Вот тебе и новоприставленный. Вот тебе нагайка. Бей, сколько душа пожелает. Ну, добре, будет с тебя. Старых людей всегда слушай. Забудем все, что было между нами. Ну, теперь говори, чего тебе хочется. Батько, отдай за меня Оксану. Оксану? Ну. Оксану? Добре. Присылай сваток. Гляди, какие я принес тебе черевички. Те самые, которые носит царица. Не надо мне черевичек. Thank you.
Богат и важен казак Чуб, но ленив он и нелегок на подъем. Оксана, дочь Чуба. Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя ясная ночь наступила. Черту кузнец Вакула был противнее проповеди отца Кондрата. В досужий отдел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околотке. Но торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на церковной стене. Про нее на селе говорили, что она капризна, как красавица. Кузнец Вакула, силач и детина хоть куда. Солоха, мать Вакулы. Ах, добрая баба, говорили про нее степенные казаки. Дьяк Осип Никифорович. Он хоть и не степенный казак, но и он тоже не избежал чар несравненной Солохи. Кум Панас, ему решительно все равно, сидеть ли дома или тащиться из дому. Кумова жена – это такого рода сокровище, каких немало на белом свете. Куда идешь, ткачша Пуваленка? А так, иду, куда ноги идут! Пузатый подсюк. Не прошло и нескольких дней после прибытия его на село, как все уже узнали, что он знахарь. А Дарка, подруга Оксаны. Голова. О, это важное лицо на селе. Самый обыкновенный черт. Поры черт поклялся мстить кузнецу. Thank you.
дьяка в новой хате. Там теперь будет добрая попойка, как бы нам только не опоздать. У дьяка соберется славная компания. Пан голова, пан писарь, козак Свербегус, заезжий певчий из Полтавы, знаменито берущий басом, ну и прочие достойные лица. Чтобы выместить на кузнеце свою злобу, черт решил украсть месяц, в той надежде, что старый чуб вряд ли в такую темноту выйдет из хаты. А кузнец, который был издавна не в ладах с чубом, при нем ни за что не отважится зайти к дочке его Оксане. Дьявол, смотри.